Так а надо бы это похакать, наверное. Ну, Еще похакать-то это завсегда. вот эту вышку CTOS. Расин, посмотрим, где ты. Так-так, попался. Черт, моя первая авария на этой машине. Ну, не считая самой первой. Ну, ехай уже. Ого. Кстати, ты на этой машинке уже довольно давно. Ну как давно? Ну я имею в виду, что обычно там хватаешь первый попавшийся, побежал. Не, я специально до нее обратно дохожу. Она прикольная, да. Мне показалось, она довольно-таки устойчивая. Ну, вообще, да, прикольная такая. Жалко, не пишут название машинки, когда в нее садишься. Так, ну и где? Моя лучшая. А у тебя такая есть? Нет. Можно сесть посидеть? Может, есть. В гаражик. Чтоб я появилось. Не уверен, но по-моему что-то было подобное. Все, достаточно этого? Сейчас бардачок обыщем его. 168 баксов. Такая же. Бардачок, бардачок. Видимо, пустой. Хорошо, как нам наверх попасть? Что-то сплошные красные машины. Ага. Да-да-да, меня это тоже смутило немножко. Я так понимаю, опять через камеру ломать надо. А я уж думал, все так просто, ну конечно. Просто не бывает. Задачки вот эти, конечно, с камеры немножко за уши притянуты. Как-то разнообразия нет, насколько я вижу, в том, как сломать именно вот эту точку. Было бы интереснее, если бы, ну, можно было как-то разными путями пробраться, допустим, через камеру, через... Там, я не знаю, через крышу влезть. Ну, может быть, где-нибудь это, конечно, и есть. Хотя конкретно здесь-то, слушай, может быть, и можно было бы влезть. Не знаю. Так, мы машину где-то там оставили. Опять дождик. Прям что-то везет нам на эту погоду. Этот щиток-то, который ломать надо. Далеко? О, ну здесь вообще все просто. А, не совсем. Ага, две красные. Теперь надо сюда. А, с этой стороны еще.
Фон какой-то не очень. Нам хоть там это поклеило чем-нибудь, я не знаю, небом каким-нибудь. Хотя может там поклеено? Да не. Ну чё, отфотошопит. И, конечно, забавно с этим придумали. С вторжением в личную жизнь. Кто-то из них работает на Брэнкса. Начну с владельца, Роберта Росина. Потом остальные. Спокойно, без нервов. Вот доступа к офису надо найти. Mm-hmm. По факту получается примерно как в CTOS, да, видимо? Я вижу, вон там камера есть. Mm-hmm. А так они на тебя не агрятся, да, когда ты... Ну, если подойду близко, то, думаю, им это не очень понравится. Код доступа, то есть надо охранника найти с кодом доступа, видимо, тоже. Ну, да. Я думаю, так. Можно, конечно, здесь взорвать все, но я не хочу. Машина какая-то странная, смотри. Ого. Там, может быть, в здании еще кто-то есть. Может, потратить эту штуку, которая... Это подсвечивает все. Можно, да, потратить. Сейчас. О. А, поющий фараль. А почему вот эту штуку не могу взломать? Максимум, что ли, у меня их? А как-то я не вижу больше охранников-то. Здание, говорю, может, вон там, он, вон он. Ай, гад! Развернись. Я тебе уже про него говорила же, говорю, это подсветить всех туда. Там другие, да? О, есть. Еще есть. Или он тут один ходит? Что там написано? А, помехи. Звуковой файл. Один, по-моему, да? Сенсотерапии. И вот результат. Врач подтвердил, ногу не восстановить. Костынь мне в помощь. А потом и коляска. Покалечили, суки. Хотели меня напугать. Решили, я побегу без оглядки. Что ж там за секрет такой? Убер-мега-важный. Что покалечить человека готовы за один взгляд на него. Но я не боязливый. Я тоже злопамятный. Смотри-ка, я влез куда-то. Mm-hmm. В итоге. Ну-ка, не ты ли? Нет. Комп. В комп я как раз влезал, я из него вылез. О. Вот он. Инструктор по стрельбе. Молодец. Теперь надо обыскать офис, чтобы узнать, что. Где прячут ники. Ага. А офис... Ага. Так. Хе-хе. На втором этаже, окей. Mm-hmm.
Так. Я обожаю эту игру за такие штуки. А как бы мне в офис-то попасть? Все-таки вот туда, похоже, пролезать, что ли, придется. Я не вижу возможности. Ну, похоже. Предохранитель. Пароль. Ну... Да, наверное, все-таки туда надо пролезать. Там он даже что-то мигает, я вижу. Для взлома. Можно попробовать еще с другой стороны. Ну-ка. Но не вижу. Так, ладно, пошли пробираться. Думаю, так и задумано. Надо только придумать, как лучше это сделать. Дверь не открывается, наверх я тут, в принципе, залезть могу, но мне это, наверное, не поможет. Окно, да? А нам туда не... Хотя... Есть здесь камера где-нибудь? Ну-ка. Не вижу. Вон сбоку только. Вот, ага. Она как-то не в тему, эта камера. О, ну зато вот чего видно. Так, примерный путь, в принципе, ясен сейчас. Не отвлекайтесь. Нам на второй этаж. О, черт. Вас тут так много, я просто в шоке. Пу-пу-пу. Я думаю, я его вырублю, потому что он опасный. Так лежать. Ага. Что я тут мог взорвать, взломать? Камера, ну-ка. Не, ты мне не особо помогаешь. Здесь типок стоит. А, там еще и бронированные ходят. Не-не-не-не-не. Не. Уходи давай. Уходи, гад. Наверху не летит. Как? Так-так. Тихо-тихо. Он сюда идет. Не успел, не успел, не успел. Вроде не успел. Я не успел. Фу. Но! Мне это ничего не дает. Черт побери. То, что я сюда влез. Вообще ничего.
Хотя нет, стоп. Кое-что дает. Но я не хочу прорваться с боем. А мне надо напротив попасть. Насколько я понимаю. И на второй этаж подняться. Я могу взломать дверь, они отвлекутся. И что? Ха-ха-ха. Запугашка. Оп. Это было что? Я там талант вкачал, который делает мой бег незаметнее. Да? Но, видимо, это он сработал. Ты какой-то очень уж незаметный был. Ну, он там в телефоне копался, был занят. Меня не заметил. Вообще шикарно. А может быть, этот талант, в смысле, подсылает что-нибудь на телефон? То, от чего оторваться нельзя? Нет. Нет? Нет. Мне интересно, я мог сюда влезть через камеру? Все-таки. Похоже, что не мог бы. Такое ощущение. Да, в принципе-то. Ладно, пофигу, ломаем. Ничего. Компьютер. С его помощью хакну камеры. Пистолет. Чувствую, будем выбираться с боем. Роберт, какой сюрприз. Напарить меня решил? Я добыл бабу Пирса. Бабу, окей. А пацана зачем, а? Думал, я тебе больше заплачу? Всю жизнь мне испортил. Кто у меня на хвосте? Твой парень? Не, он не мой. Хотя стоило предупредить об Эйдене. Помоги, что ли, а то язык мой развяжется. Да как будто ты что-то знаешь. Расстроится мальчик, ты готовься. Блин, что делать? Мне без разницы. Удачи. Ха-ха-ха, он боится. Опа! Сейчас кого-то придется догонять. Сукин ты сын, тебе от меня не уйти. Ну, нормально. Мать моя женщина, что за грохот? Ты мои слова сказал, их нечестно. Ну иди. Сколько в него надо запузырить, чтобы он лег? Я его не могу стукнуть. Черт побери. Я бы знал бы, что его вообще нереально убить. Вот так вот, конечно, не полез бы. Гранатомет тебе в помощь называется. Гранатомет. Дробовик еще тоже подойдет, ну, да. Наверное. Неплохо. Начинаю. Шел нафиг. Ау. Ну, завалило. Что это лежало? Электронный компонент. Хорошо. А что это решило на этой штуке? Скорости хватит? Или они одинаково ездят? Пофиг на скорость, я же зато таранить могу хорошо. Я думаю. Хотелось бы верить. Черт. Вот, слушай, его можно было успеть там поймать, да? Не, они бы не закрылись. Ах, гада. Ого. Срочно пришлите сюда кого-нибудь. Давай. Хватай его! Остальные на подходе! О! О, гранатомет! Гранатомет, говоришь, да? У него пушка! Сзади! Простите, мирные жители! Не подходите, чего вы как дураки претесь-то?
Вот же придурки-то, а. Да что такое? Фу. Догоняй. Угроза устранена. Угроза уничтожена. Растоптана просто. Понадеюсь, что ли, могу пострелять. Ой, нет у меня пушки. Хочу спринты. Быстро бегает, зараза. Может, в машину сесть? А он тоже в машину? А, нет, не стал. Что ж ты так плюхнулся? Ну, как умеет. Ты куда, плавать, что ли, пошел? Не, у него пробежка. Фу. Ну, что расскажешь? Ничего, он в ауте. Хочешь найти Джексона? А, да, Джексон. Это мой парень просто перестарался. Джексон мне не нужен. Но выкинешь еще что-нибудь. Дай трубку моей сестре. Дай трубку. Думаешь, ты что-то решаешь? Поговоришь с Никки, когда от тебя будет хоть какой-то толк. Так что отследи этот айпишник. А до тех пор не трать мое время. Хорошо, у тебя машина. Спасибо. Гад этот. Дэмиан хорошо меня знает. Каждый шаг просчитал. Небось, давно это планировал. Наверняка пойдет до конца. Не соглашусь, Ники, конец. Ладно, буду подыгрывать, пока не найду выход. Отслежу этот айпишник. Понятно.